Анонс и дата выхода комедийного сериала «Универ» 10 лет спустя. Не так давно стало известно о начале съемок новых серий комедийного ситкома «Универ». К новым съемкам приступил звездный состав, хорошо знакомый зрителям, за некоторым исключением. «Универ» засветился тем, что стал наиболее долгим на ТВ России. Новые серии его появились с 2008 года. Точная дата премьеры продолжения ситкома не называется, поскольку команда только приступила к съемкам и впереди большая работа. По предварительным данным, дата выхода комедии «Универ» 10 лет спустя запланирована на весну 2021 года. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или предыдущий сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Сюжетная линия новой части франшизы пока неизвестна. Из названия понятно, что события будут разворачиваться спустя 10 лет. Зрители узнают, как сложилась судьба главных героев. В частности, Майкла, Антона, Кристины, Яны, Валентина и Маши. Также в сериале появится ректор Зуев и его дочь Варвара Павловна. «Универ» 10 лет спустя обещает быть не менее интересным. Подробности мы увидим уже в новом телесезоне канала ТНТ. Напомним, премьера нового сезона сериала «Универ» запланирована на весну 2021 года. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.